550 очков. Ой! Вы что, уходили что ли куда? Вы чем занимаетесь? Дома сижу. А вас что, не выпускают что ли туда? У вас ребенок маленький? Да. А это кто, девочка-мальчик? Девочка-вар-вар. Ой, вар-вар, святое для меня имя. Леонид Аркадьевич, я хочу передать привет. Мама, папа, привет. Любимый муж Юра, я тебя... Да, вот такой муж. Вот такой мужик. Есть сектор ключ. Вы что выбираете? Ключ. Это правильно. Теперь можете отказаться от ключа, это 1500 очков. 1500 очков. Буква... Да. З. Я бы хотел попрощаться со своей семьей. Со мной приехал. Нет! Не надо. Буква... Судя по тому, что у вас нет кольца на пальце, вы, значит, вы не замужем? Нет. 20 лет. У вас юбилей? Да. Ну, у меня 5 столов всегда бывает. У меня всегда бывает 5 столов. Такие у меня столы. На каждый стол надо не менее чем 15 тысяч. Сколько? 15 на каждый стол. На 5 умножить 75. Вот этот пиздеж можно просто вырезать. Так, я вам дам 50 тысяч. Нет, мало. 50 тысяч? Мне мало, на 5 столов, 1 тысяч. Я такой водки могу пить, 1 тысяч на шею. Вы все время видите видно, я на 35 лет стал, что я там думал. У нас это было, думал, что было 30 лет. 20 лет мало, я могу нарушить огромный стол. И у нас было столько вот людей. Мне уже так понравилось, из своего кармана. Мне нужно вести взять площадку. А че вы ко мне-то с этим пришли? А вы для чего здесь работаете? Интересно. Вас куда поставили? Для чего? Что вы людям для добро? Вот люди людям для добро. Слушай, я должен был за руку так не торгуюсь. Без чего не торгую. Меня все любят то, что я добрый. Помогаю всем вставать. А вы что сами торгуетесь так долго? Откройте свой ящик, посмотрите, может там машина. Я приехал из Оренбургской области, город Виногорск. Три. Значит... Работал я на машиностроительном заводе. 4. Проработал 45 лет. 5. На заводе, да. Хочу сказать слова благодарности нашему Кашковалу Григорию Анатольевичу. Так. Ну? И у нас, знаете, там человек, наверное, 10... Сколько? 10 человек. Это директоров еще, кроме этого всего. Да. Ну, я... каждому, значит, по 100 рублей, и того... Нет, так мало будет, чё. Чё это? Ну, всего 10, их каждому надо же. По 100 рублей, 11 тысяч вам. Ага. Так, ну, хотел привет передать всему заводу нашему. Да. Лена, привет. Лен, 43. 43. Леночка. Да. Ну, всё? Моя, да. Ну, второй раз, не, лишний раз не помешает. Приз. Приз. Я сейчас объясню, в чем дело. Вы поймите. Шутки шутками. Свекла не нужна. Подождите секундочку. Вы зачем мне-то об этом говорите? Приз. Отказываюсь от этих денег. Деньги — это зло. Что? Зло. Святой. Кому не передал привет, всем остальным привет. Батюшка мой, как же я это сосчитаю? По рублю. Да, по рублю можно. Это сколько человек? Весь Медногорск. 37 тысяч. Полная тишина в цирке. Ровно одна минута. И не торопитесь. Минута. Пошла. Полная тишина. Абсолютная тишина. Я просил полную тишину. Полная тишина. Стоп. Встаньте, кто сказал? Встаньте. Я знал это слово. Встаньте, смените задание, была подсказка. Выйдите из зала. Встаньте и выйдите из зала. Встаньте и выйдите из зала. Мы меняем, вы лишили человека машины. Я знал это слово. Покажите крупным планом. Я мог его раньше назвать, я сразу мог назвать его. Ёбаное поколение сейчас растет, хуй поймешь какое. Сволочи, блядь. Смотрит тебе в глаза и, блядь, в наглую врет, сука. Кошмар нахуй, блядь. Стой, стой! Пошла! Вот где кольцо? А ну, где? Где кольцо?